ПВХ ткани 650 плотности. Ну, желтенький это, понятно. Вот это 650 грамм. Лак он называется, глянец лак. Синенький. Тоже 650. Металлик. Металлик сам по себе жестче идет. Но у нас металлик идет двухсторонний. Видите, с обоих сторон блестит. Наш завод, который мы заказываем, поставляет такой серый цвет. Немножко темнее, чем обычно серый. У всех посветлее, мы чуть темнее делаем. Есть помаранчевый. Дорожные службы очень просят. Вот такой классный для дорожных служб. Голубенький. Берут бассейны, некоторые машины делают. Прикольный. Красненький такой. Он больше бордовый.